Экскурсия от губернатора. Сегодня ученики 1-го В-класса 26-й школы побывали в космоцентре. Необычность этого, с одной стороны, стандартного для развития детей мероприятия, в том, что организовал его и присутствовал там глава области. Подробности далее. Здрасте, привет, друзья. Привет. Что за штука? А вот сейчас все нам будет рассказывать. Ребята, мы все сейчас с вами узнаем. Шефство над 1-м В-классом Игорь Васильев взял еще в начале учебного года, 1 сентября. Это вторая встреча, и губернатор признался, некоторых детей уже даже по именам помнит. Мы такую необычную инициативу в Кировской области 1 сентября объявили о том, что у всех членов правительства, у меня в том числе, есть свои подшефные классы. Я обещал детям экскурсию в космический центр, первое обещание исполнилось. Первоклашки именно из этой школы были выбраны неспроста. Ее открытие в этом году стало долгожданным событием для города. То, что из всех классов губернатор выбрал с буквой «В», тоже объяснимо. «В», потому что Васильев, то есть вот как-то так получилось, первый «В» от фамилии. Специально не убирали. Детям и их классному руководителю Игорь Владимирович сразу пообещал много интересных событий в течение учебного года. И вот сегодня вместо письма и счета дети узнавали основы химии и устройства мира. Вот так вот выглядит наша Солнечная система, вот такая вот модель. В центре находится Солнце, а вокруг Солнца вращаются все планеты. Давайте мы их вспомним. Первая планета – это Меркурий, потом идет Венера, Земля, Марс. Такие мероприятия очень детям нужны и важны, потому что это, во-первых, для детей огромное развитие, во-вторых, они учатся быть вместе, быть в коллективе, в социуме. И я считаю, такие мероприятия проводить следует. На прощание Игорь Васильев пообещал, что эта встреча с подшефным классом не последняя. Сейчас губернатор планирует составить программу, по которой в течение года дети будут посещать вместе с ним различные мероприятия. Не только культурные, но также спортивные и просветительские. В следующий раз мы с учительницей договоримся и придумаем не менее интересное мероприятие. Придете? Да! Все, договорились. Хорошей вам экскурсии. Ирина Сырцева, Денис Тружков, Бюро новостей Давича.